вот с детьми приехала сюда, потому что стреляют. А дома разрушаются? Да. Да. Прям рядышком ты видел разрушенные дома? Нет, рядом не видел, но разрушаются есть. Где там вот туалет, и там мы садились, и укрывались, и сидели, ждали. Стена. Там мы сидели. Надо, чтобы две стенки было. Да, да, да. Мама сказала в 10 часов подниматься и убежать. А где мы с тобой у бабушки были, там стреляли. Забрались оттуда до дома и сказали, что завтра мы уезжаем, потому что там уже стреляют. Все. Нам помогли волонтеры, нам дали квартиру 800 гривен в день. Пока все не успокоится, будем тут. А когда все успокоится, поедем обратно. Домой. Да. Домой вернемся. Если, конечно, там еще он будет. Точно.